Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам легендарный автомобиль. Это Lexus IS 250 2006 года выпуска. Выражаю благодарность автосалону Автотрейд за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. Друзья, давно уже не было таких легендарных, запоминающихся автомобилей на канале. И вот наконец-то такая возможность появилась. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще много очень интересных и познавательных видео. Хорошо, что такой автомобиль можно описать одним словом – четкий. Такой ключ у нас, кстати, очень приятные отделочные материалы, именно сам ключ, кнопки закрытия, открытия и открытия багажника. Здесь установлена автосигнализация, наикрутейшая Пандора с автозапуском. Семнадцатые диски стоят. Я лично знаю владельца данного автомобиля. Вложил практически все силы и всю душу. Сейчас решил продать и двигаться дальше. В общем, автомобиль 2006 года. Полный покрас был. Не без этого, он уже не молод. Но, в общем и целом, находится в хорошем состоянии. Самое главное, что двигатель здесь 4 ГРФ SE. V-образная шестерка. 2,5 литра, 208 лошадиных сил. От 0 до 100 он пуляет за 8,4. Максималка 220 км в час. Если страдаете слабоумием, можно раскочегарить до 240 на трассе, когда вы один в салоне данного автомобиля находитесь. В общем, как-то так. Не думайте, что купив автомобиль, кстати, стоимость 640 тысяч, там не с рынка начинается, можно взять за 450. В общем, 640 тысяч плюс, соответственно, торг на данный автомобиль. Не думайте, что взяв его за 600, можно как-то задешево его содержать. Априори автомобиль дорогой, премиум-класс. Поэтому, если что-то ломается, метка очень ломается. И нужно приезжать, наверное, вот с такой котлетой денег в сервис, чтобы его как-то обслуживать. Дорогие, просто неимоверно дорогущие кузовные элементы. Все элементы двигателя тоже не дешевые. Благо, что не так часто все ломается. Но, как и любая техника, она требует обслуживания, требует вложения, в общем. Такой красавец. Вот для пацана прям идеальный вариант. Выворот офигенный просто. Задний привод самое то. Диски родные, кстати, классные тоже. Система доступа без ключа, чтобы открыть автомобиль. Здесь находится сенсор. Сейчас он срабатывает. Чтобы закрыть автомобиль. Все очень просто. Правда, ручка сама расшатана немножко. Такой люфт огромный. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И открываем. Так, открываем. Какие двери массивные. Салон очень уютный и приятный. Даже мне здесь приятно находиться при моем росте 188 сантиметров. Для меня, конечно, это кокон. Очень тесный автомобиль. Но как бы то ни было. Трехспицевый кожаный мультируль. Его, конечно, уже перетянули. Пробег! Пробег здесь. Я даже не знаю, какой, наверное. Большой, очень большой. Мощные двери. Еще раз ключ. Благо, что это качественный автомобиль и не так все сильно здесь подвержено износу. Чтобы запустить двигатель, нажимаете на тормоз и затем один раз вот на эту магическую кнопку Start and Stop Engine. Она загорается зеленым цветом, если она готова к запуску. Иногда, кстати, ключ может не распознаваться, но это всего лишь такой своеобразный глюк. Нужно преподнести сюда, в эту зону, он распознается. Пишется ошибка, что не распознается, и можно смело приступать к запуску силового агрегата в данном случае. Запускаем. 4 ГРФ SE. Непосредственный впрыск топлива. Так все происходит. Никаких ошибок. Чек не горит. Range approximately. Он показывает то, что 40 км осталось до заправки. И уже
горит у нас лампочка, желательно заправиться. 261 тысяча. Нет, конечно, это не 261 тысяча. Каждый владелец, наверное, по-своему отматывал назад. Можно смело умножать на 5 эту цифру. Чувство качества, единения с автомобилем, оно просто неописуемое здесь. Легкий руль, все как надо. Док работает, подрулевые лепестки переключения передач также имеются. Шестиступенчатый обычный гидротрансформатор, живучий гидроблок. Секвентальное переключение, плюс передача выше, минус передача ниже. Можете нащелкивать таким образом. И подрулевые лепестки, конечно же. Так, нащелкали себе и поехали. Полетели, точнее. Настоящий самолет. Без пинков, без рывков, 100% автоматическая коробка передач в хорошем состоянии. Идеально. По-другому просто быть не может на данном автомобиле. Здорово. Я вам даже больше скажу. В некоторых случаях автоматическая трансмиссия переживает этот силовой агрегат. Представляете, какой колоссальный ресурс был заложен инженерами-разработчиками в данном случае. Здесь установлен датчик света и датчик дождя, безусловно. Электропривод для рулевой колонки. Притом, посмотрите, как она регулируется. Человек любой комплекции подберет для себя удобное положение быстро, я считаю. Кстати, и девчонкам данный автомобиль нравится за счет его внешности. Вот она такая универсальная, но больше, конечно, пацанская. Ажиотаж был в 2005 году, когда он только появился, просто нереальный. Когда их завезли к дилерам, 2006 год, раскупали, как горячие пирожки. У нас, значит, версия на заднем приводе. Есть еще, кстати, на полном приводе, но в Россию они не поставлялись. И, если мне не изменяет память, есть версия AS220D, дизелек, тяговитый, экономичный, на механике для Европы. Но, если вы пороетесь на порталах продажи автомобилей, вы найдете 220D, который привезли с Европы и обслуживали хорошо. Вот этот вариант, конечно, очень-очень достойный, но нету информации, вообще нету информации по обслуживанию, потому что машина редкая. Как его чинить, обслуживать? В общем, нужно найти знающего человека. Сдвигаем кресло немножко вперед. Как же здесь уютно и комфортно. Фары включим, против туманки тоже. Дальность от фар. И аварийную сигнализацию. Здесь она находится в удобном месте, по центру. Да, здесь все скрипит, 2006 год. И подгонка в некоторых местах прям все отходит. Смотрите, все гуляет по пластику. Все должно быть идеально подогнано. Ну, не в этом суть же. Здесь у нас три позиции памяти. Память должна быть на рулевую колонку, на кресло и на зеркала, и еще на отдельные функции. Электрорегулируемые зеркала в удобном месте. Притом они огромные, такие зеркала лопухи. Все работает, они с электрообогревом. И электропривод для складывания. Один раз нажимаете вот на эту кнопку, все работает. Прекрасно. Видите. Аккуратно раскладываем их. Все четыре стекла здесь полностью автоматические. Идеальная шумоизоляция. Задние стекла опускаются до конца. И, кстати, еще такая фишка у Lexus. В данном случае, может, она еще не была доступна. При закрытии они должны замедляться. И при опускании тоже должны немножко замедляться. Итак, друзья, теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Была редкая для нашего рынка комплектация Sport. Там усиленная подвеска, 18 диски и немного стайлинга добавили. Так, если мне не изменяет память, было 4 комплектации. Здесь находится открывашка для капота. Ножной стояночный тормоз, чтобы его активировать. Нажимаем. Все активно, и чтобы его снять, еще один раз нажимаем на него. Прекрасно. А
теперь я предлагаю рассмотреть экстерьер этого автомобиля. В более топовых комплектациях была доступна, значит, был доступен люк. Свежий покрас, это круто, когда автомобиль отполирован, раздвоенный выхлоп, диодные вставки в задних фонарях. Очень компактный автомобиль. Габариты чувствуешь прекрасно. Задние датчики парковки, проушина для буксировки. И здесь диодная подсветка номерных знаков. Там она заводская. Lexus — это стандарт качества, на который стараются равняться все автопроизводители. Лично в моем понимании на тот момент. Высококлассный автомобиль определенно. Такой басистый, приглушенный выхлоп. Задняя часть очень гармоничная и элегантная. Многоспицевые диски, 17 дюймов, размер шин 215 на 50, Continental шины, Conti Ice Contact, довольно хорошие. Теперь предлагаю рассмотреть днище. Конечно, для наших дорог клиренса будет маловато. Указатели поворота встроены в передние крылья. Немножко запотели. Лобовое стекло меняли. Здесь должен быть вин-код автомобиля. И с этой стороны у нас небольшой скол поймали когда-то. Тут очень низкий передний свес. Выворот прям для дрифта, самое то. Владелец установил линзы, диоды стоят, билет. Красно освещают дорогу. Здесь установлены омыватели фар и передние датчики парковки, также проушины для буксировки. Хромированная решетка радиатора. Что касается технической части, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, V-образная шестерка, 24-клапанный, система питания двигателя, непосредственный впрыск топлива, мощность 208 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 252 ньютон-метров. Расположение двигателя переднее продольное. Максимальная скорость 230 км в час от 0 до 100 за 8,4 расход топлива. В городском цикле это 12,7 на 100 км пути и в загородном цикле 7 литров на 100 км пути. Длина данного автомобиля составляет 4575 мм, ширина 1800 мм, высота 1425 мм и колесная база 2730 мм. Клиренс 130 мм. Объем багажного отделения 378 литров, объем топливного бака 65 литров. Снаряженная масса данного автомобиля 1570 кг, полная масса 2055 кг. Привод задний, тип передней подвески независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза дисковые. Теперь подробно остановимся на этом силовом агрегате 4GR-FSE. Материал блока цилиндров применяется алюминий. Расход масла на 1000 км до 1000 грамм. Масло в двигатель льем 0W30, 5W30 и 5W40. При замене льем 6,3 литра. Ресурс такого агрегата около 350 тысяч км. 4GR FSE пришла на смену 1JZ GE и представляет собой уменьшенный вариант 3GR FSE.
В алюминиевый блок цилиндров с углом развала 60 градусов от 3-литрового движка был установлен кованый коленвал с ходом поршня 77 мм, а диаметр цилиндра был увеличен до 83 мм. Имеется система изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных распредвалах. На впуске коллектор системы изменения длины. Основные конкуренты данного автомобиля – это Audi A4, BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-класса, Volvo S60, Infiniti Q50, Lexus ISF – это топовая версия линейки Lexus IS. Это первый автомобиль модификации F от Lexus. Первое поколение Lexus ISF было представлено 8 января 2007 года на Североамериканском международном автосалоне. Lexus ISF оснащается мотором Toyota Lexus 2 UR GSE, 8-цилиндровый V-образный с углом развала цилиндров 90 градусов. Он имеет рабочий объем 5 литров и развивает мощность в 423 лошадиные силы. Крутящий момент 505 ньютон-метров. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Итак, друзья, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, пожалуй, к самой интересной части. Аэродинамика у этого автомобиля просто нереально продумана. Не нужно быть каким-то техническим гением, чтобы понять, что коэффициент аэродинамического сопротивления просто идеальный. Кожаный подлокотник, должны быть деревянные вставки, здесь пластиковые вставки, немного износ пластика имеется, высокочастотные динамики системы, основные динамики, вот здесь также должно быть 8 динамиков, вещевой бокс, как видите, имеется подсветка дверей, подгонка деталей просто идеальная, хороший уплотнитель установлен. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Lexus. И здесь у нас рекомендации по давлению в шинах. Также предупреждение. Электропривод для сидушек в продольном направлении. По высоте верхняя и нижняя часть. Спинка и поясничный подпор по двум направлениям. Кресла царские, очень удобные. Смотрите, кожа в каком состоянии. Это оригинал. Пахнет дорогим автомобилем.
педальный узел. Диагностический модуль ОБД, предохранители и оригинальные коврики Lexus. Коленная подушка безопасности для водителя, также имеется для пассажира. Открывание лючка бензобака и крышки багажника. Здесь у нас электрообогрев, соответственно, стекла лобового, омыватели фар, шторка задняя. Давайте это дело продемонстрирую вам. Так она выезжает. Все в рабочем состоянии, функционирует замечательно. Регулирование яркости подсветки приборов. Мне забираться и выходить удобно. Итак, друзья, как звучит этот зверь? 2,5, 208 лошадиных сил, прекрасный атмосферный силовой агрегат с ресурсом 300-350 тысяч при должном обслуживании. На GS-ке стоит трехлитровый вариант в 249 лошадиных сил. Практически, по сути, идентичные силовые агрегаты. Что касается безопасности, то это очень инновационный автомобиль. На 2006 год ставили 8 подушек безопасности. Есть коленная подушка безопасности для переднего пассажира и, соответственно, для водителя. Впервые на новом Lexus IS250 фронтальная подушка безопасности переднего пассажира является двухкамерной, что уменьшает риск того, что голова может соскользнуть с подушки, а также увеличивает площадь контакта с головой и плечами. Вот даже загорается оранжевым, когда вы переходите в режим форсаж. Приходится крутить этот силовой агрегат, чтобы массосъемные кольца не залегали. Неплохо, неплохо. Крутится отлично. Животрепещущий вопрос, какой расход здесь у нас для бортовика. Кнопочка отдельная. Какой же расход? Давайте посмотрим. 13 литров. По городу где-то 12 у вас выходит, сейчас я потому что стоял, и по трассе где-то около 9 литров будет выходить. Текущий расход топлива, средняя скорость, gear position,
Здесь у нас для коробки тоже здесь предусмотрена такая индикация. Температура за бортом. Вот, в принципе, все. К приборке, к читабельности претензий абсолютно никаких нет. Без наклонов колодцы. Все прекрасно. Переключение между источниками. Это привязка к аудиосистеме. К аудиосистеме, треки и прибавить и убавить звук. Все очень удобно. Активация для круиз-контроля. Задаете скорость. Это вечная тема для Toyota. Кстати, удобный рычажок. Управление светом и поворотниками. Здесь у нас и управление стеклоочистителем в данном случае. Так, так, так. Кто же скажет? Настоящие ценители, любители и фанаты Lexus. Что это за кнопочка? Что она активирует и что переключает? Да-да, вы абсолютно правы. Это, видимо, чувствительность датчика в парковке. Здесь она отображается. Когда нажимаем на эту кнопку, видите, Adaptive Front Lighting System, то есть адаптивное освещение, включение и отключение, спидометр, индикатор, и можно отключить датчики парковки. Проверьте сонар, даже так пишет. Вот как-то так все работает здесь. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки, когда он был новым, все было идеально. Сейчас, конечно, нужно приложить руки, мягко говоря, к этому автомобилю в некоторых местах. Но в целом и так неплохо. Здесь у нас режим ECT, Power, чтобы быстро уйти, и Snow. То есть зимний режим, все работает тоже, ECT. Snow и Power. Все функционирует. И также отключение для трекшн контроля. Вот здесь у нас. Как видите. Мягчайший пластик. Местами он где-то облупился, ободрался, потрескался. Двухцветный. Двухзонный высокопроизводительный климат-контроль. Электронный. Притом ход в 0,5 градуса у температуры есть. Автоматический режим Dual. Сможете отдельно выставлять регулировки, либо контролировать сторону пассажира. Отключение, активация для кондиционера, регулировка для потока воздуха. Прекрасно все обдувает. Рециркуляция, автоматическая рециркуляция. Здесь у нас различные зоны. Кстати, имеется встроенный фильтр. Передний обдув максимальный, задний обогрев стекла совмещен с электрообогревом боковых зеркал и температура для непосредственно самого пассажира. Аудиосистема тоже звучит довольно хорошо, мне понравилось. Здесь у нас, значит, настройки, низкие и высокие частоты, видите, баланс. Все выставляете, 6 станций. Довольно все компактно и понятно в данном случае. Продумано. Цифровые часы, настройки, отключение для мультимедиа, для загрузки диска, поиск станций. Здесь у нас также продублированы кнопки управления аудиосистемой и надпись Lexus. Поддерживает у нас MP3 данной аудиосистемой WMA, как видите. Здесь такие досадные моменты, конечно. Но печалиться не стоит в данном случае. Пепельница, прикуриватель. Все как нужно. И подогрев, 3 ступеньки для водителя. И вентиляция, особенно круто летом охладиться. Все в рабочем состоянии. Для пассажира такая же тема. Классно. Вставки под дерево, дерево. Круто, здесь хрома очень много. Коробка живее всех живых. Все идеально. При том, что 6-ступенчатый автомат помогает экономить вам топливо. Потертости присутствуют, да, не без этого. Здесь такая для мелочевки вещица, как видите. Такой брелок Lexus. Центральный подлокотник. При том, посмотрите, как хитро он открывается. Отъезжает назад и бас, вот так. Подсветка, он обит бархатом, и вход AUX, классно, на 2006 год, и розетка, чтобы вовремя подзарядиться, все ездит. При
Потом степень износа кожи не критичная в данном случае, он мягкий. Салонное зеркало заднего вида, здесь в данном случае оно с автозатемнением, безусловно. Имеется отсечник, конечно же. И такая диодная подсветка. 2006 год. Круто. Здесь такая тоже точечная подсветка. Особенно круто это ночью. Помогает. Так. Плафон освещения. Тоже немножко гуляет этот момент. Но не в этом суть. Держатель для карт. Так, все можно убрать. Поставить вот так, допустим. Макияжные зеркала с подсветкой. Посмотрите на ручки, как они сделаны, как они отгибаются обратно. Прикольно. В общем, настоящий оригинал. Все очень гармонично в этом автомобиле. Предупреждение. Обзорность шикарная. За что я бы взял этот Lexus? За управляемость, за стиль, за вот эту четкость во всем практически. От А до Я. И за, наверное, чувство свободы, которое дарит этот автомобиль. Это точно. Китайский хук стоит здесь, лобач. Как-то так. Давайте попробуем отключить, чтобы ошибочку нам не выдавал. Так, сделаем. И здесь обнуление должно быть для одометра. Да, поездка А и поездка Б. Такие дела. А дефлектор вентиляции очень интересная. В общем, классная тачка. Во всех отношениях мне лично нравится. Теперь такой своеобразный эксперимент. Попробуем. Отодвигаю приблизительно под свой рост кресло. Если я отодвину до конца, там места вообще не будет. На втором ряду сидений. Вот так, наверное, впритык я бы сел. Но более или менее мне бы еще было здесь комфортно. И попробуем переместиться на второй ряд сидений. Кроме плечо бензобака. Крышку багажника нет. Все-таки тесно мне здесь. Тесно, друзья. Вот еле-еле. Ох. Тесновато. Двигатель практически не слышно на холостом ходу. Потому что хорошая шумка. Там все прикрыто. Никуда, по сути, лазить не нужно своими кривыми руками, если они у вас не с того места растут. Лучше обслуживать в грамотном сервисе данную тачку. Золотой совет. Опс, здесь немножко отошло это дело, как видите. Так, должно быть держатель для крышки. Легкая, кстати, крышка. Так, скрипит немножко дверь немного. Иногда. Такой немного колхозинг. Ну да ладно. Как видите. Без Lexus вообще неуместно, я считаю. Смысл его ставить. Никакого смысла нет. Здесь детский замок, фиксатор два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также кожаный подлокотник, серебристая вставка. Isofix имеется, крепление. Здесь... Давайте присядем. Второй ряд. Удобно, кстати. Удобно. Тесно, но удобно. Итак, что же покажет наш эксперимент? Места катастрофически мне не хватает. Вот чего-чего, а места здесь нет. Ну как, представляете себе, если я как-то более удобно сяду, и за мной сядет человек чуть больше 190 сантиметров, вот так будет сидеть. Это некомфортно явно. Притом сидушки так вдавлены. На дальнее расстояние, наверное, немножко устанешь. Такие здесь держалки. И вешалка. Классно все работает. Притом обратное усилие на каждом элементе вызывает такое чувство, я даже не знаю, непреодолимое. Покупки этого автомобиля. Да, это все так сделано классно. Здесь пепельница, воздуховоды, все дует аккуратно. И огромный центральный тоннель, это неизбежно, потому что это дрифт-кар с задним приводом. Откидной центральный подлокотник, такой
такой большой. Ну, опять-таки, вот этот небольшой колхозинг от Lexus. Да. Вещевой бокс. Бархат тоже все бито бархатом. И здесь два выезжающих шаловливых стаканника. Как-то так. В общем, уютно и комфортно только для двоих. Девчонок возить в самый раз. И здесь также у нас имеется крутая, наикрутейшая подсветка. Знали бы, как я изворачиваю, чтобы показать вам эти элементы. Такие диоды. 4 штучки, при этом все хорошо работает. Итак, запоминающийся интерьер Lexus, он будет сниться вам по ночам. Это точно. Ну, посмотрите. Эту красоту сложно описать словами. Неописуемой красоты автомобиль. Смотрите, как организовано здесь рабочее место водителя. И если смотреть в профиль, какие массивные сиденья здесь, даже Honda Accord отдыхает. Вы посмотрите на это дело. Какая боковая поддержка. Да, мне очень понравилось все. От А до Я. К чему бы ты ни прикоснулся, что бы ты ни потрогал, это вызывает чувство восторга в этой тачке. Это круто. Если есть какие-то средства на содержание его, можно брать смело. Итак, багажник. Ну, багажник здесь чисто для галочки, уж все мы понимаем. Спортивку положить для... Да, обувь, наверное, и все. Так, крышка багажника. Такая увесистая. Все аккуратно, чисто. И через багажник можно просунуть длинномеры. Так, здесь еще у нас предупреждение какое-то. Attention. Attention. Крепление для сетки. И здесь у нас... Что такое? Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь у нас. Запаска, домкрат, инструменты. Вся силовая структура целая, безопасность на месте. Удобный элемент. Прячется вот сюда это дело, не помнет хрупкие вещи. Одна удобная ручка справа, чтобы закрыть крышку багажника. Кстати, здесь на каждом элементе отдельный ВИН-код. Поэтому, если что-то когда-то менялось на неоригинальное, это можно увидеть, если у вас есть глаза. Здесь можно ключом механически открыть на экстренный случай. Крышка багажника тяжелая, конечно. Сейчас, наверное, многие будут говорить, я бы взял Altezza. Да, тоже вообще обалденный вариант, только будет правый руль. Чувство единения с этим автомобилем максимальное. Если у вас есть какие-то драйверские повадки, и вы в некоторой степени еще азартно водите автомобиль, то он для вас он прям четко описывает своего владельца. По-другому не сказать. И здесь тоже Smart Key Access System, то есть закрыть и открыть можно автомобиль. Также вещевой бокс имеется. Центральный замок, электростеклоподъемник, также три позиции памяти на кресло. Удобная вещь, допустим, если будете вы, супруга и подруга. Вот электропривод также не поскупились. Обычно, если есть электропривод у японцев, по высоте отсутствует, регулировка здесь есть. Или это самая жирная, мощная комплектация. И здесь вот такие тоже регулировки. Все в рабочем состоянии. Приятно делать обзор на довольно чистый, аккуратный автомобиль.
здесь немножко элементы, ничего страшного, это решаемо. Давайте присядем. Я бы себе такой автомобиль приобрел, если бы не задний привод и если бы он был чуть-чуть побольше. Наверное, GS-ка в полноприводном исполнении — мой самый любимый вариант на вторичке из премиума. Можно посмотреть Acura, также Infiniti, тоже классные тачки, мне нравятся. И бардачок закрывается на ключ. Так он открывается магическим образом. Как видите, дополнительная полка. Различные приспособления для крепления вещей имеются. И здесь у нас так, знак шипы уже не актуален. Здесь у нас тоже предупреждение. Когда вы первый раз прокатитесь на нем, вам покажется, что он немного жестковат. Но эта жесткость, она необходима, чтобы вы максимально чувствовали этот автомобиль. Потому что он вас не то чтобы провоцирует, а вы прям горите желанием погонять на нем. И от этого никуда не деться. Кожа немножко скользкая, кстати. Вот можно как на веселых горках покататься. Он компактный, он уютный. Ты сразу чувствуешь автомобиль. То есть привыкание буквально за 5-7 минут и полетели. Происходит. Даже человек, который первый раз сталкивается с Lexus'ом, он прекрасно смекнет, что здесь сделано все как надо для человека. Поэтому аура комфорта, она не даст вам скучать в этой тачке. В общем и целом, все меня довольно устраивает в этом автомобиле. Так как его эксплуатировали, есть нюансы, есть куда приложить руки, что доделать. В общем и целом, классная тачка. Глушим двигатель. Услужливо колонка сдвигается, и можно настроить сидушку. Какая сидушка. Эх, классные тачки. Очень классные. Что их убивает? Стоимость на бензин. В моем понимании, налог большой. Содержание. Вы посчитайте, во сколько этот автомобиль будет обходиться вам в год. Чисто обслуживание и эксплуатации. Вы поймете, что сумма большая. Поэтому, собственно говоря, в кредит Солярис, Рио, Равон Джентра, не знаю, там Датсун Ондо Мидо, Калина, Приора. Вот такая история. Нет, конечно же, ценитель на этот автомобиль тоже найдется. Потому что не у всех такое мышление. Многие же считают, что лучший автомобиль — новый автомобиль, но не во всех случаях, друзья, не во всех определенно. Я не оспариваю эту истину, что лучший автомобиль — новый автомобиль, но автомобиль с душой — это еще круче. И автомобиль, который дарит такой спектр эмоций на каком-то космическом уровне, как Lexus, он особенный. И он стоит особняком от тех новых автомобилей. Потому что, ну, что сейчас, грубо говоря, за 500, за 600 вы берете? Балалайку бюджетную просто эксплуатируйте без каких-либо эмоций. Добирайтесь из пункта А в пункт Б, вроде бы ничего не ломается, на гарантии, она еще и ликвидная, вы быстро ее продаете. Но что мне не нравится в новых автомобилях, вот как только вы выезжаете из автосалона, вы теряете некий процент стоимости этого автомобиля. Это первый момент, обидный. Второй момент. Не в обиду, конечно, к официальному дилеру, но я сам это все видел, сам это все прекрасно понимаю. Вы на момент гарантии привязаны, ну, чтобы не обижать всех, конечно, порою криворуким мастерам. Сам лично видел, как они что-то ломают, а потом берутся за голову. Может, просто еще опыта не было. Все мы люди, это все понятно, все совершают ошибки. Ну, вот как-то охота, понимаете, самому обслуживать, когда она на гарантии, аккуратно, а не ездить там к официальному дилеру, менять масло и так далее, чтобы не слетать с гарантии. Взял автомобиль новый, пожалуйста, чини его сам. Но так как руки у нас у некоторых товарищей растут не из нужного места, это сделать не получается. В общем, такое дело. Такие ключи. Давай, Lexus, ищи нового владельца. Я думаю, он будет с радостью тебя эксплуатировать. В общем, приезжайте, посмотрите. Автомобиль достойный.
не разочарует. Есть особенности. Пока, друзья.